Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Давайте начинать! Ой, же как хорошо сидеть на моем любимом кресле. Ой. А ну-ка вставай! Это не твое любимое кресло, это общее кресло. Ну, сестра, хватит! Это не твое, это наше общее. Я не виновата, что я должна жить вместе с тобой в комнате. Почему нам отдельную комнату не сделают? А. Зато вот этот комод, это только моя территория. Ну, комод, может быть, твоя территория, а диван, а тогда кресло это мое. Угу, твое оно. Оно общее, мы на нем вместе спим. И хочу вам сказать мои извинения, что у меня нет кровати, и почему они спят на кресле, потому что кровати, я не знаю, где они. Так, все, пойдем. Я маме буду жаловаться, что ты заняла мою территорию, мой комод. Я твой комод вообще-то не занимала. Ага, а кто вчера положил туда свой пенал? Это не я была. А кто, Фифи, что ли? Нет, не Фифи. Тогда ты. Все, мамуля. Да, девочки. Мама, а она вчера на мой туалетный стул. Мамочка, мы хотели сказать, что мы вчера очень хорошие получили оценки. Нет. Мама. Ну, хватит вам. Кто-нибудь один, говорите. Можно я, мамочка? Нет, говори, Флава Льюис. Мы вчера и сегодня с сестрой получили просто прекрасные оценки, и я очень хочу, чтобы мы пошли сегодня в торговый центр. Ну хорошо, пойдем. Я согласна. А ты что хотела сказать? Ничего, мамочка, ничего. Хорошо, тогда собирайтесь. Сейчас пойдем. А, кстати, новость. Ваша двоюродная сестра Эпплджек и ее мама Пинки будут тоже в магазине. Хотите? Ну, почему бы и нет? Я тогда им позвоню, а то мы хотели с ними в эти выходные встретиться. Я думаю, в торговом центре будет идеально. Я свой телефон позвоню, а то я свой потеряла. Все, я пошла. Телефон. Ха-ха, твой телефон взяли. Ну и что? А сейчас я возьму и твоего прилипалу выкину. Не надо выкидывать. Тогда не ложи свой пенал на мой комод. И тогда ничего не будет. Поняла? Да поняла я, поняла. А если ты свои вещи будешь ложить на мое кресло, то ты тоже все поймешь, поняла? Как я злюсь! Что ты натворила? Я ничего, это ты что натворила? Еще раз ты обрушишь мой комод, и я все расскажу маме. А ну-ка, убирайся. Ну ладно, ладно. Ты чуть мою пони не сломала. Ничего я не сломала. Так. Все, молодец. Я ничего маме не расскажу. Мамочка, мы готовы. Это хорошо. Сейчас и ваша двоюродная сестра с тетей подойдут. Сейчас я положу телефон в сумку. Так. Все. Идемте. Так. Пойдем, мамочка. В торговом центре. Так, ну что, вы не видите их? Нет. Нет. Ладно, идите пока, посмотрите что-нибудь, а я тут постою с чемоданом. Идите, идите.
Привет. Привет. А где твои дочки? Я думала, ты с дочками придешь. А, девочки, идите сюда. А я быстрее, я быстрее. Я быстрее. Ой, я здесь. И я здесь. Привет, сестренки! Уеху! Ой, го. Аккуратней. Привет, Эпплджек. Привет, Эпплджек. Как я рада вас увидеть! Уеху, пойдемте пони смотреть. Мама, пойдем пони смотреть? Да идите, конечно. Ты не против? Нет, нет, пусть идут. Идем. Пойдем. Так, а мы пойдем тогда вещички смотреть, да? Пойдем. Вещички. Да, тут, как обычно, много пони. Да, я это знаю, сестра. О, а давайте тогда сейчас попросим родителей какую-нибудь пони купить. Я так хочу, я так хочу. Да, конечно, сейчас. Мама! Да, дочь. Ладно, я... Так, мама. Да, дочь, ну чего ты кричала? Да я это хотела спросить мы с сестрой и с Эпплджек, да, что там с Эпплджек? Мы хотели троем по пони купить. Ну хорошо. Я вам разрешаю купить пони. Главное, чтобы были, ну, какие-нибудь недорогие, чтобы они были небольшие, потому что у вас и так есть большая пони, а большие пони очень много места занимают. Поэтому какие-нибудь маленькие купите. Ну, вы поняли. А, да, ей скажи, чтобы она недорогие брала, хорошо? Хорошо. Ладно, мы как раз сейчас к вам пойдем. Там вещи посмотрим. Чемодан. Чемоданчик. Хорошо. Так, все. Наша мама разрешили. Это хорошо. Так, кого бы взять? Тут, конечно, небольшой ассортимент, но что-то можно выбрать. Я беру миниатюрных, я не люблю больших. Так, кого бы взять? У меня вот из этих есть только вот эта вот радуга. Хочу Пинки Пай. Такой. Вот, я возьму Пинки Пай. Она очень на мою маму похожа. Так. Мама, можно мне взять Пинки Пай? Да, конечно, она, кстати, на меня очень похожа. Брат, у меня нет Пинки. У меня вообще-то мало кто есть. Ну хорошо, иди пока с этой пони, а потом, когда будем к кассе подходить. Ой, подходите сюда. Хорошо, мама. Хорошо. Так. Ой. Все, мама разрешила вот эту вот взять. Так, хорошо. Если разрешили, я сейчас тоже какую-нибудь пони выберу. Нет, я буду первой. Я же тебя младше. А знаешь, есть такая еще другая поговорка. Старшим надо уступать. Неправда, младшим надо уступать. Ну ладно, выбирай. У меня только большая, я хочу маленькую. У меня вот эта принцесса не было, поэтому я вот эту принцессу возьму. У меня вообще никакой не было. Я вот эту маленькую возьму тоже. А я возьму большую, и мне мама разрешит. Мамуль, да, можно мне большую взять? Дочь, я же сказала, нет. Мам, ну ладно, они же маленькие. Им же нужны такие маленькие пони, а я уже большая. Мне нужна большая пони. Я что, буду как маленькая, что ли? Хорошо, возьми. Только смотри, чтобы она прям недорогая была, и чтобы она могла вместиться в вашу комнату. В вашу комнату вместиться. Хорошо, мам, я там такое видела. Она мне разрешила взять большую. Ха! Ладно, выбирай. И хочу вот эту. Это блестящая Эпплджек. О, она на меня похожа. Ее также зовут. Да, я знаю, это она как на тебя очень похожа. Так, ладно. Я пойду маме скажу, что мы все выбрали. Мам, да, дочь, что? Мы все выбрали уже. Хорошо, позови сюда Flower Wishes и Applejack, хорошо? А то мы хотим вам, наряды примерить. Мамочка! Ты меня звала? Я слышала, вы там что-то сказали звать меня. Ой, понял. Почему я должна две пони таскать? Да, мам, чего? Так, ты, Эпплджек, иди к маме, вы уже уходите. А, как жалко. Ладно, пока, Флауэр Вишес, пока, Рольти. Пока, Эпплджек. Пока, Эпплджек. Ну, ладно, доченька, пойдем. Все, пока, сестра. Пока.
Давай, доченька, сейчас на кассу встанем. Кассу сейчас. Ну, давайте сейчас тоже встанем уже это на кассу. Сейчас только вам юбочки быстренько примерю. Вот вам, я думаю, розовые подойдут. Ну, вы же сестры, я думаю, вам вот такие вот. Выбирайте. Я хочу яркую. Хорошо. Тебе она идет очень. А я хочу вот это примерить. Все, вам все идет. Давайте ложить эти юбочки, и мы идем. Все. Так, все. И пони. Так. Здравствуйте, пробейте нам вот эту пони, пожалуйста. Конечно, сейчас. Так. Сдык. С вас всего 300 рублей. Вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. До свидания. Все, пока. Пока. Так, следующий. Идемте. Идем, идем. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот эти вещи. Девочки, вы ничего не хотите взять, точно? Мама, подожди еще 5 минуточек, ладно? Я сейчас посмотрю, ладно, сбегу что-нибудь, хорошо? Ой, мы сумочку забыли взять. Пожалуйста. Так, сумочку сюда. Так, так, нет, расчески. Сестра, будешь брать расческу? Давай, возьми какую-нибудь. Ладно, я возьму нам расчесочки. Я взяла расчесочки. Я еще хочу вот этот аксессуар. Все. Ты не будешь ничего брать? Нет, ничего. Все, тогда пробейте нам это все. Да, это все? Да. Бздык. 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 Пип-пип-пип. Так. А с вас всего 2000. А, нет. А 2500. Все, все правильно. Так, все, держите вот. Так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, спасибо, до свидания. Так, девочки, давайте юбочки надевайте, это, ну, чтобы не нести их. Да, ай, как мне это идет. Вот мне кажется, эта юбочка идет больше, чем тебе. Да сейчас, прям, да сейчас, прям, да? А вот да. Так, девочки, хватит ссориться, идемте. Так, все, все взяли. Да, мамочки, идем. Так. Вот ваши вещи. Так, мою сумку с телефоном я сюда к вам поставлю. Так, ладно, девочки, я пошла к себе. Да. Ой, еще один хороший день, когда одна мама купила пони, да? Ну да, в принципе, хорошенький. Надо только расставить их, а то... Так, раз. Так, а куда эту луну? А я вот сюда поставлю аккуратненько. И расчесочки наши. Оп. Ой, а мне надо свою расческу брать, это же твой комод. Ой, сестра, прости, что я это, ну, так на тебя ругалась. И ты прости, мы же сестры. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока!